И вон оно, спасение наше. Босс старт. Please save my friends. Спасите моих друзей. Здесь у нас жарит Марио и Луиджи, то есть нас с тобой. У него как будто не нос, а хуй прирос, смотри. Он летит сюда, Влад, он сюда летит. Здарова, народ! Это Left 4 Dead 2, карта из мастерской, карта Vanilla Just House. Также, друзья, напоминаю, ссылочки на остальные карты я оставлю здесь, вот в правом верхнем углу, обязательно их чекните. Также не забудьте оставить комментарий, поставить лайк, а мы начинаем. Мое оружие уже спиздили, да? Понятно, мне остались пистолеты и аптечка, ну хоть что-то. А чё я не могу взять у тебя пистолет? Я не могу... А, все взял. Он у него, короче, встал и стоял. Ладно, пойдемте. Так, Артурчик, это мы все поняли. Какая из этих дверей активная, Влад? Вот это. Да, кстати, тренеров мы заменили. У нас здесь повсюду тренеры. Сразу предупреждаю, карта очень забагована. Я помню, мы ее как-то уже раз записывали. И да, это перезапись. Потому что у меня на предыдущей записи была лагающая вебка. Там был очень маленький битрейт у записи. Там было, короче, все очень плохо. В принципе, по всем параметрам. Поэтому мы решили, собственно, перепройти эту карту. Вот это, кстати, у нас, по-моему, уже спасение, Влад. Вот это спасение у нас. То есть по вот этим штучкам нужно будет запрыгнуть и улететь куда-то там на облачке. За нами прилетит облачко. Это я сейчас, блять. Влад, ну ты это, конечно, как всегда, с самого начала. Нужно поднасрать максимально сильно. Это да, это не привыкать. Здесь какой-то этот стоит у нас. Please save my friend. Спасите моих друзей. Я помню, ему, короче, нужно привести его сына или кто ли это такой у него там. В общем, такой же еще один маленький пиздюк. Так, кстати, здесь, кстати, очень отличное оружие лежит. Да, все, я успел его взять. Заебаться. А вот это, кстати, у нас уже спасение. Нам в финале нужно будет позвонить по телефону и спастись отсюда. Финал у нас очень сильно забагован. Это такое, знаете, довольно специфичное. Так, здесь кнопка есть секретная вот за этой штукой. Так, ну-ка, стойка. Там, кстати, где-то призрак был, да? Я помню, вылазил. Вот здесь вот где-то. Который преграждает путь и не дает нам вылезти отсюда. Вот он, да-да-да. К нему не подходи, он может убить. Влад, он тебя ебнет. Осторожно, он очень много сносит. Так, а здесь у нас, короче, женщина... Нет, это все какая-то дичь. Туда не стоит идти. Там снайперская винтовка. Кстати говоря, компания что-то бедная на оружие. Нам вначале дали там какой-то топор, по-моему. И шотган, и все. И как хотите, короче. О, какой портрет, смотри, Владу, смотри. Марио. Причем Марио это я, видимо, зомби должен быть, да? Во мне скрыт злой противник, злой враг. Аптечка вот еще лежит. Аптечек здесь, кстати, очень много в этой компании. Блять, кто-то в раз зашел. В стиме. Надеюсь, этого не будет видно на записи. Не хотелось бы палить друзей. Так, подожди, вот здесь... Если галочка не включена на запись, то чтобы уверяй. Так, а у меня... Я записываю через такую программу, в которой нету такого функционала. А если есть? Нет. Так, подожди, сюда зайдем. Причем у меня как-то рандомно записывается. У меня иногда показывает, иногда не показывает. Ну вот, например, если через бандикам записывать, то показывает всегда. О, кстати, здесь ломик лежит. Если записывать через бандикам, то показывает всегда. Потому что в бандикаме есть такая кнопка. Так, подожди, это. Нет. Ты выжил? Влад? Да, ты я. Ты где вообще? Я где-то. Что-то. Ты в какой-то бездне у меня бегаешь. Блять, у меня здесь тренеры. Так, ну смотри, мы здесь кнопку одну нажали. Нам, короче, нужно искать вторую. Я сейчас тогда за тобой приду. Хотя это еще кто за кем придет, слушай. Я тут. Ты тут? Слушай, подожди, иди ко мне. Нам нужно вот сюда вот, в эту комнату. Ой, там какой-то грибок вон на шипе. Здесь... Понятно. Блять, у нас всех утащили, ё-моё, что такое-то, стойте. У нас сейчас ботов убьют, а такого нельзя... Да ё-моё, слышь, курильщик, отстань от него. Спасай их. Я спас уже, я Рашель поднимаю. Только там охотник еще где-то кричит. Все нормально, выжили. Но они, скорее всего, все равно... Влад, ты серьезно? С тобой что вообще случилось-то? Подожди, ты где? Владос, я тебя не вижу. Я сдох, блядь. Так, короче, надо объяснить ситуацию. Мы перезапустили компанию, потому что в предыдущий раз Влад погиб, а так проходить нехорошо. Здесь, по-моему, нету спасения в туалете. Влад, разбей мне вот эти штуки. Мне нужно как туда перескочить. Вот эти желтые. Да, вот это тоже снеси. Я сейчас туда перепрыгну. Резким движением вот таким. Опа. Так, все готово.
Так, сюда тоже. Опа, письма, все, нормально, нормально, нормально. Все, здесь тоже тихо, тихо, нет, осторожно. Блять, ой, тихо, тихо. Ладос, ты идешь? Тебя подождать? А, я тоже так, да? Нет, ты, кстати, можешь подождать, Влад. Ты можешь подождать, если хочешь. Там потом на записи посмотришь. Хотя, как хочешь. А ты уже, наверное, туда не залезешь. Тебе придется сюда идти. Теперь в трубу, теперь в трубу, все. Здесь, короче, тоже нужно действовать быстро, потому что здесь вода, короче, наполняется. Кнопку нажали, теперь уходим отсюда. Эти штуки, они дамажат, Влад, они дамажат. Быстрее беги, скорее, все. Вот, видишь, выжили, выжили, нормально, нормально. У нас уже есть две кнопки, мы нажали две кнопки. Нам нужна еще одна, последняя у нас вот здесь. Вот смотри, здесь такая есть секрет, короче, с Марио, с кричащим. Сюда подходишь, нажимаешь ей и заходишь вот в эту комнату. Заходишь, все, давай, так, вот мы зашли. Да, да, да. Сверху у нас тоже есть кнопка, мы ее нажимаем и падаем в ад. Прям в ебаный котел какой-то. Не, ну, ломаем нахер. Там, кстати, аптечка осталась, но она нам не нужна. Здесь у нас жарит Марио и Луиджи, то есть нас с тобой. То есть вот это с нами должно произойти в ближайшем будущем. Надеюсь, этого не произойдет. Так, подожди, здесь облачко. Здесь какое-то пердящее облачко летает. Она тоже, по-моему, дамаг наносит. Его нужно обойти тихонько. Давай, иди максимально осторожно, не да, падай да, никуда. Иду, я тебя умоляю. Оно меня немножко задамажило. Я шприц сделал. Так, короче, смотри, мы нажали три кнопки. У нас теперь есть три кнопки. Мы можем, короче... Блядь, осух, Влад, убей, 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 убей. У меня нету... Да вот, все, молодец. У меня просто нету огнестрела никакого. Охотник, блядь, ну что такое-то? А кто у нас вон там стоит? Ах ты, сука! Смотри, у нас боты вон там появились. Ну все, это пизда, это минус боты. Они еще вот здесь вот любят погибать, вот на этом месте. Они здесь падают, короче, и все. И намертво. Тренер, ребят. Слушай, смотри, живем, слушай-ка. Вас лечит тренер. Подожди, тренер. Блядь, он... Что у него с носом? У него как будто не нос, а хуй прирос, смотри. Влад, смотри на тренера. На нашего. Смотри. Это нос? Боже. Так, а здесь, по-моему, нужно вот в эту прыгать, вот в эту штуку. Оружия здесь нет. Ах ты, сука, тренер, блин, аптечку взял. Ну, он такой, да. Вот, да, вот в это нужно залезть. Так, здесь что? Здесь гамбургеры какие-то. Я, это понятно. Но это уже все, это мы к босс-файту движемся. Они идут. У нас там, короче, сейчас будет большой такой дух, царь духов. И ему нужно будет показать, так сказать, где зимуют раки. Сколько тренеров бежит, охуеть. С ними, кстати, довольно непривычно, потому что, мне кажется, я по своим бью. Как-то рука не поднимается на тренера. Ух ты, у меня кто-то в Team Fortress зашел, ни хрена себе. Такие олдскульщики. Вон там, они еще, вот, смотри. Босс старт. Пожалуйста, помогите мне, черепашка говорит. Надо вот эту кнопку нажать. Здесь, короче, в чем фишка? Как с ним биться? Здесь нужно запрыгнуть вот на эти кнопки и стоять на них. То есть вы стоите, ждете, когда кнопка задействуется. У нас уже убили Рошель. Можешь, кстати, поднять ее. Но ты навряд ли это сделаешь. Все, мы одну кнопку нажали. Потому что здесь как бы духа, а нет, ее подняли. Здесь, короче, дух мешает что-либо сделать. Не могу залезть. Убивайте тренеров. Там очень много их бежит. Я пока что подожду. Это реально больно. Пожалуйста, поскорее. Нам говорит лягушка. Я вижу, у вас там вообще все плохо. Тренер пришел. Рошель убили. Тренер пришел за шоколадом. Влад, может быть, там не будешь стоять? Там, мне кажется, не лучшее место для того, чтобы сражаться. Блять, сейчас, подожди, сейчас я спасу. Наверное, не знаю. Здесь просто жаки, здесь куча всякой хуйни. Я кого-то поднимаю. Это не ты, сейчас я тебя подниму. Поднимай тренера тогда, что ли, я не знаю. Поднимаю. Вот здесь, кстати, автомат лежит чей-то, я чей-то автомат нашел. Короче, самый последний остался. Нижний самый сложный. Да, блядь, тренер, ну что ты делаешь? Мне кажется, на таблетки... О, да, все, меня тоже убили. Влад, ты меня сможешь поднять? У тебя есть аптечки? У тебя нету аптечек. Это, наверное, ГГ уже. Нас сейчас... Он летит сюда, Влад, он сюда летит. Так, стой, я ем аптечки, Влад, сейчас, подожди. Так, я на кнопке стою? Да, я на кнопке стою, я тебя лечу тогда. Вот эта кнопка, она самая долгая, она самая муторная. Самая такая паскудная прямо. Не двигайся. Вот, все, выполнили, мы его победили. Да, что ли? Да, все, мы его победили. Спасай тренера тогда. Давай я тебя вылечу, Влад, иди ко мне. У меня 62 этих. Я думаю, я-то еще поживу. Здесь все, что ли? А, вон, лягушонок-то стоит, ёпта. Лягушонок еще. Подожди, давай я тебя лечу. Вот, лягушонок побежал, вон, я вижу. Он поднялся по лестнице. Пошли, короче, за ним сейчас. Здесь, в чем фишка? Здесь финал может забаговать. Насколько я понимаю, сейчас его нужно довести вот до сюда. Все, да. Найдите телефон. Найдите телефон и позвоните на помощь. Здесь нету аптечек. Здесь есть гамбургер, кстати. Телефон у нас стоит вон там. То есть вот он здесь вот.
Давай вызывать помощь. Вот, кстати, аптечку еще нашел. Так, бот идет. Где бот? Тренер здесь, ты здесь. Все, нажимаем тогда. Все, все, короче, из этой комнаты мы больше не выходим. Мы защищаемся в ней. Да, и почему-то с этой моделькой автомата у меня очень сильно багует рука, и думаю, не стоит из него стрелять. Давайте, отбивайте, короче. Я тоже на столе постою тогда. Я пока подлечусь. Давай. Иначе с такой жизнью я навряд ли выживу. У тренера, кстати, голова такая, они, как будто бы какие-то шоколадные шарики. Он еще отблескивает так. Шоколадка. Над ним же Ник шутил, что, возможно, вертолет сделан из шоколада, и тренеру стоит побыстрее подниматься по лестнице. Слушай, ну если мы сейчас выживем, то, мне кажется, это самая короткая вообще кампания за всю нашу историю прохождений. Она буквально минут, наверное, на 15 у нас вылится, если не короче. Вот, сейчас опасно, Влад. Влад, сейчас не отвлекайся. Где танк? Вот он, я ужигаю. Все, сжигаем танка. Он должен сгореть. Давай. Я ничего не вижу, потому что меня сбаговала рука, блядь. Где танк? Скорее! Ой, я в тебя что, блядь, стреляю, пиздец. Все, убили. Так, так изи. Короче, смотри, в следующий раз давай тыки, да, кидай молотов. Вон туда он. Когда танк пойдет. Так, все, все, нормально, нормально, нормально. Смотри, волна пошла, волна вторая пошла, это значит уже хорошо, значит мы не забагуем. Значит, можно стоять, не бо... А где, кстати, ничего нету? Нет, здесь ничего нету. Полезного. Давайте таблетки дам, что ли? На таблетки. Чтоб ты выжил. А то совсем у тебя все плохо. А, кстати, у меня же новый спрей, я его так и не показал. Надо вот здесь нарисовать его на стене, вот. Давай. Такой вот курильщик. Ну, Порт это просто самый обычный, в принципе, спрей. Я его скачал на Game Banana. Мне кажется, он у многих людей есть. Так что ничего здесь удивительного в нем нету. Я этот спрей видел, наверное, еще году в 2010-м. Когда я еще только узнал о наличии таких сайтов. Со всякими спреями, картами и так далее. Так что этот спрей, наверное... Постарше некоторых наших зрителей, возможно, я не знаю. Влад, ты не отвлекайся, ты убивай танк, у тебя молотов. А где танк-то у нас? Куда? Сюда. Поджег его? Вот он, все, да, горит, да, нормально. Да. Будем жить. Да, блядь, Владос, ты прям под мое дуло выбежал. Не стой под дулом, пожалуйста, вот. Это может быть опасно для тебя, это может быть опасно для всех. Да что у меня с рукой-то, блядь, что на багу? Все, убили, пошли, Влад, пошли. Или подожди. Нет, стой, не пошли. Все, пошли, нам сюда вот нужно идти. Владос, беги скорее, Владос. Спасайся. Вот здесь берем амуницию, хотя может ее не брать. Это похуй вообще. Это опциональный вариант такой. Вот сюда, вот смотри. Запрыгиваем. Вон оно, спасение наше. Облачко. Нам сюда точно. Да, нам точно. Вот облачко. Все, залазим, Владос, залази на облачко. Скорее, тебя умоляю. Владос, у тебя 30 жизней. Все, мы спаслись. С черепахами с какими-то. Помогите персонажу тренеру встать. Охуенный вот этот вот. Смотри. А, ну мы, в принципе, вчетвером спаслись. Так что нормально все. Там он что, какой-то месяц, луна. Слева вон. Тебе там не подрезать буду, 100 карт, а там на минут на 6, по-моему. Да, если когда я подрежу... Да нет, наверное, минут на 10. Слушайте, это самая, блядь, короткая кампания. Реально, надо будет потом посмотреть. Насколько у нас там остальные кампании вышли. 0.17 написано. 17 минут. Да, 0.17, но это потому, что я из лобби начинаю. Короче, ладно, это была Ванила Гост Хаус. Друзья, ставьте лукасики, ставьте подписку, ставьте вот это вот все. Подписывайтесь на Павлика, подписывайтесь на Твиттер. Собственно, ссылка на карту будет в описании, ссылка на Влада будет там же. А всем хорошего и до новых видосов. Спокойной ночи. Ah!